А у меня совсем, ну совсем никого нет. Стоял ясный весенний вечер. Окна были раскрыты. Медленно раскачивались белые занавески, словно здороваясь с маленькими бледными звездами, только что появившимися на чистом весеннем небе. Малыш облокотился о подоконник и задумался. Что-то он сейчас делает, тот щенок. Наверное, лежит в корзинке на кухне. Какой-нибудь мальчик сидит рядом с ним на полу и гладит его, и разговаривает с ним. Да, похоже, что вот так всю жизнь проживешь один, без собаки. Малыш тяжело вздохнул. Ему захотелось плакать. Было уже довольно поздно, и все маленькие дети давно спали. Малышу тоже очень захотелось спать. И тут он вдруг услышал какое-то слабое жужжание. И вот, как это не покажется странным, мимо окна пролетел маленький толстый человечек. Набрав высоту, он сделал небольшой круг над крышей, облетел вокруг трубы и пронесся мимо малыша, как настоящий маленький самолет. Потом он сделал второй круг, потом третий. У малыша просто дух захватило от волнения, и по спине пробежали мурашки. Ведь не каждый день мимо окон пролетают маленькие толстые человечки. А человечек тем временем замедлил ход и поравнялся с подоконником. Hello? Можно мне здесь на минуточку приземлиться? Да-да, пожалуйста. Я очень рад. Привет. Здравствуйте. Скажите, а трудно так летать? Мне? Ни капельки. Ведь я Карлсон, который живет на крыше. На крыше? Ну, конечно. А где же еще? Я самый лучший в мире летун. А тебя зовут Малыш? Да. А почему вы догадались? Потому что я лучший на свете отгадчик. Всех малышей всегда зовут малышами. Я это сразу угадал. Здорово, а? Да. Хотя по-настоящему меня зовут Сванте Свантесон. Ну, это пустяки. А сколько тебе лет? Скоро уж будет 8. 8? Ну, конечно, 8. Я сразу догадался. Здорово, а? Да, очень. А сколько вам лет? Мне? Я мужчина в самом расцвете сил. Больше тебе ничего не могу сказать. Понятно? Не очень. Почему? Я красивый, умный, в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил. Ла-лам, па-па-пра-па-па-пра-па-па-пра-па-пам, ла-па-па-па-пра-па-па-па-пам. Хочешь со мной дружить? Говори мне ты. Согласен? Конечно. Еще бы. Ну, тогда давай играть. Но ведь уже поздно. Мне велели ложиться. Пустяки. Играть гораздо интереснее. Это что у тебя тут на книжной полке? О, это моя новая паровая машина. О, давай запустим ее. Понимаете, без папы нельзя. Ее можно запускать только с папой или с боссой. С папой, с боссой или с Карлсоном, который живет на крыше. Ну-с, давай запускать машину. А вдруг войдет папа? А мы закроем дверь на задвижку. Вот так. Но... Спокойствие, только спокойствие. В этой бутылке что, денатурат? Денатурат. Ой, ой-ой, куда ты его льешь? Ах, ну вот, на полке пятно. Что скажет мама? Пустяки, дело житейское, так и передай своей маме. Ну-с, а теперь я зажигаю спирт. Вот так. Сейчас машина начнет работать. Слышишь? Так-с. Так-с. А теперь
прибавим скорость. Еще. Ой. Так. О, больше нельзя. Она взорвется. Пустяки. А ну-ка еще. А это я понимаю. Так. Ой, не надо. А ну-ка еще. Не надо. Пустяки. Ведь я лучший в мире специалист по паровым машинам. А ну-ка еще. Так. Взорвалась. Честное слово, взорвалась. Она взорвалась. Ура, ура, ура. Вот это здорово. Ну что ты? Что ты, что ты? Ну перестань плакать. Это пустяки, дело житейское. Я дам тебе еще лучшую машину. У меня их несколько тысяч. Ну да, несколько тысяч. Ну конечно. Уж штук 200 наверняка. Правда? Совершенно верно. Десятка полтора уж обязательно. И ты мне дашь одну? Ну конечно, обязательно дам. Почему ты заперся? Открой сейчас же! Ух, как они сейчас рассердятся! Спокойствие, только спокойствие. Ты же получишь другую машину. Сейчас? Ну, как тебе сказать, на днях. Значит, ты еще ко мне прилетишь? Ну, разумеется. А теперь мне некогда. Нужно лететь в мастерскую, смазать мотор, а то он что-то барахлит. Ну, привет! Что же теперь будет? А было вот что. Дверь открылась, и в детскую вошли папа, мама, Боссе и Беттен. Ну и разговор, как вы сами понимаете, получился не из приятных. Ну, итак, его зовут Карлсон. Да, его зовут Карлсон. И он живет там наверху. Где? На крыше. Вот. Что за фантазия? Где ж это он там живет? В домике, вот где. И никто его никогда не видел. Даже трубочист. Ну, трубочист, может быть, и видел. Только он тебе не рассказывал, потому что ты никогда ничему не веришь. Мама, он грубит. И не думаю. Мам! Оставь его, Беттен. Малыш милый, ну почему же ты упрямишься? Ты ведь так напугал нас. Настоящий взрыв, и тебя же могло убить, неужели ты не понимаешь? Я понимаю, мамочка, но ведь Карлсон не нарушил... Надо отвечать за свои поступки, а не сваливать вину на какого-то Карлсона с крыши, которого вообще не существует. Ну? Ну что же ты молчишь? Нет, он существует. Да еще летать умеет? Да. Что ж у него... Крылышки за спиной? Нет. У него пропеллер. Ой, оставь, пожалуйста. Что? Да, а на животе кнопка. Когда он ее нажимает, вот так. Кр-кр-кр. За спиной у него начинает работать моторчик, и пропеллер вертится. Ну? Вот, и Карлсон летит туда, куда ему хочется. И к нам может прилететь. Нет, замолчи, пожалуйста, мамочка. Ну и врет. Нет, не вру. На самолетах и вертолетах могут летать все люди, а Карлсон один умеет летать сам по себе. Если так, пусть твой Карлсон прилетит к нам завтра. Да-да, пусть. Ну, завтра еще он не прилетит. Завтра он будет занят. О, чем это? Ему нужно слетать в мастерскую и смазать свой мотор. Ну, это уж слишком. Хватит. Хватит тебя болтать с Карлсоном. Да, ты лучше погляди, на что похожа твоя паровая машина. Ну, мамочка, Карлсон говорит, что это пустяки, дело житейское. Вот, значит, как говорит твой Карлсон.
Ну так передай ему, что если он еще раз сунет сюда свой нос, то я его так отшлепаю, век будет помнить. Ну а сейчас в постель. В постель. Да, 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 и да, немедленно спать. И чтоб ты думать больше не смел о своем этом Карлсе. Конечно, малыш лег в постель и, конечно, немедленно заснул, ведь было уже поздно. Папа, я встретил щенка. Он так махал хвостом. Он, наверное, хотел стать моим щенком. Да нет, нет, мама, ты же не умеешь кидаться камнями. Кристера есть свой собственный живой щенок и своя собственная младшая сестра. А у меня нет никого. Они мне не верят. Говорят, что ты выдумка.